Повышение температуры тела, нарушение координации, головокружение, судороги – все это признаки теплового удара. Это состояние возникает из-за перегревания организма, в результате чего нарушаются функции жизненно важных органов. В тяжелых случаях это может привести к летальному исходу. В группе риска находятся дети и пожилые люди. Тепловой удар, в отличие от солнечного, может возникнуть при разных обстоятельствах. Тепловой удар, как мы уже сказали, может быть в помещении, не под солнцем, когда нет доступа к жидкостям, кондиционирования. Вот мы с вами здесь стоим, и если вдруг мы будем так повторять каждый день и не будем пить достаточное количество жидкости, возможно, у кого-то из нас даже в тени случится тепловой удар, кто не переносит такую жару. Солнечный удар, он возникает непосредственно, если перегреться на солнце, без главного убора, как мы уже говорили, да, не пить жидкость тоже, но быть под солнцем напрямую, воздействие солнечного удара, света. Тепловой удар может произойти при физической активности. Это называют тепловым перенапряжением. Чаще от него страдают молодые люди и спортсмены, которые занимаются в душных помещениях или на улице в жаркую погоду. Если вы обнаружили у человека признаки солнечного или теплового удара, то необходимо вызвать скорую и начать оказывать первую помощь пострадавшему, говорят медики. Необходимо сразу оценить уровень сознания пострадавшего. В спутанном сознании, в обмороке или коме. Нужно повернуть человека на один из боков, левый или правый, это не важно, для того, чтобы не запал язык у пострадавшего и не случилось апноэ, то есть отсутствие дыхания. После этого сразу нужно человека чем-то накрыть, если это пляж, и отнести в прохладное место и начинать его охлаждать, искать лед. Предотвратить тепловой удар можно с помощью простых действий. Носить легкую одежду и головные уборы. Не находиться в душных помещениях, не сидеть в раскаленной машине и не оставлять там детей. Избегать тяжелой физической нагрузки в жару, пить больше жидкости. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.